Смартфон Samsung Galaxy S6. Реальные отзывы пользователей. Владею телефоном третий день. Реальная бомба. Не хочется выпускать из рук. Все красиво, приятно, быстро, и он выглядит очень стильно и богато. Не так, как предыдущие пластиковые обмылки. Не думал, что такой телефон заставит меня поменять взгляд насчет Samsung. Но iPhone 5s отошел в небытие, а 6 лежит пока и ждет своей участи. Из достоинства можно выделить, это первый Samsung за 6 лет, который впечатлил и дизайном, и начинкой. Лучший дисплей на сегодняшний день. Цвета и четкость картинки просто завораживают. Не хочется выключать экран. Камера. Камера выше всех похвал. Наконец-то Samsung добылись нормальных фото в темноте. Фронталка, кстати, тоже заслуживает внимания. Новый проц. Асфальт 8, МК3, вот, Блиц и прочие топовые игрушки и тут без малейших лагов. Нагрев почти не ощутим по сравнению с 5-м айфоном. Батарею держит достойно, но за день активного использования садится на процентов 70. Игры, музыка, фото постоянно включен, плюс Wi-Fi. Из недостатков, так как сзади глянцевое стекло, отпечатки — это кошмар. Боковые грани иногда доставляют неудобства. Случайно нажатие ладонью во время использования. И еще один отзыв о смартфоне. Мечтал о этом малыше с самой презентации, и вот наконец он у меня в руках. Первое, что нужно сделать после приобретения, это одеть телефончик. Хоть в руке он нормально лежит, но при резком движении он вылетел в первый же день. Разработчики постарались, конечно. Много всяких приятных мелочей, типа анимированного фото на рабочем столе. Хоть и бессмысленная вещь, но все-таки прикольно. Двойной экран тоже очень порадовал. Вещь нужная. Камера. При хорошем свете фото отличное. Сканер отпечатков проблем не доставляет. Читает пальчик за 1,5-2 секунды. В общем, телефон меня очень радует, поскольку для меня самое важное — это приятный, удобный интерфейс и дизайн. Для меня это лучшее, что есть на рынке. Стоимость, конечно, бешеная, но он таких денег стоит. Впрочем, любой другой телефон не стоит таких денег еще больше. Из достоинств. Очень приятный интерфейс. Хочется клацать, клацать и еще раз клацать. Дизайн, который, собственно, и стал толчком в выборе телефона. Производительность отличная. Цветопередача экрана — это вообще отдельная тема. Из недостатков. Динамик снизу. Когда играешь в игры или просто держишь телефон в горизонтальном положении, постоянно пальцем закрываешь динамик, отчего звук плавает. Но если приловчиться, проблем вообще не будет. Батарея немного маловато, и стоимость, конечно, неадекватная. На этом все. Всем спасибо за внимание. Понравилось видео — пишите отзывы, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь на этот канал.